слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я говорю, тоже пацаны тут поехали в Казань за машинами, короче, там лазить, не лазить, короче. Там база у нас есть в городе, в Кременном самом. Ну и хуй остались переночевать. Туда Хаммерсток уебал, хуй, 9-200-х, нахуй. Ну их, блядь, в натуре они, блядь, в рубашке родились. Ну, одного черепно-мозговая 300, а второй, блядь, вообще просто царапины, говорит. От дома одна стена, короче, осталась, прикинь, вообще весь дом, говорит, расхуяло. Ну, а у тебя-то что, стреляют-то? Да, у нас по Кременной ебашили, да тут третью роту поливали, блядь, хуй знает там, блядь, хуй просышь какими снарядами. Прорывы так идут, блядь, то слева, то справа фланга, мобильными маленькими группами прорываются, блядь, пытаются. У них, видишь, цель это на Кременную выйти, короче. Кременная, потому что у нас идет этот, нахуй, как тебе объяснить, блядь. Там и железная дорога для них, да, короче. Поставки, чтобы, блядь. Да, у них Кременная, это пи***ц, самая главная цель, короче, ее настигнуть, нахуй. По телеку пока все заебись, мы наступаем, блядь. Контрактники сказали то, что, блядь, самая масса будет, говорит, и, блядь, ну, войны, говорит, это после марта месяца. Весна опять будет грязь, блядь, ни танки не пройдут, ни хуя. А когда, да, говорит, все подстынет, говорит, все, земля устаканится, и вот тогда, говорит, упрем. Что те на нас, что мы на них. Да и там и этих пидасов хотят что-то опять нахуй отправить, говорит, что-то им что-то 32, блядь, говорит, какие-то леопарды, короче, не, леопарды, но, блядь. Да, вот фашисты, блядь. А тут же они вот до этого поставку делали, вот под Кременную, короче, получается, тоже тяжелую технику, танки какие-то новые, короче, им дали укропом.